Вместо детей сели за школьные парты. Родителям славянских 11-классников была предоставлена возможность почувствовать себя в роли старшеклассников и сдать единый государственный экзамен. С какой целью проводился такой эксперимент и каковы его результаты, смотрите в следующем материале выпуска. Сдать единый государственный экзамен раньше своих детей и на собственном примере прочувствовать всю процедуру государственной аттестации решились около 25 славянских родителей. Для них в лицее номер 1 был организован пункт сдачи ЕГЭ. Они смогут увидеть, как проходит процедура регистрации на едином государственном экзамене, как проходит процедура рассадки в аудиториях единого государственного экзамена, каким образом будет происходить печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения экзамена и процесс сканирования. Все это сделано для того, чтобы информировать именно родителей с тем, что нет ничего страшного, нет ничего невозможного, что ребенок, получив знания в своей родной школе, может с легкостью сдать единый государственный экзамен и поступить в то учебное заведение, которое он запланировал по окончании 11 класса. Единый день сдачи единого государственного экзамена родителями – это всероссийская акция, и проводится она уже во второй раз. Благодаря участию в ней родители узнают не только все технические моменты проведения итоговой аттестации, но и смогут понять эмоциональное состояние детей и поддержать их. А моя дочь заканчивает 11 класс и готовится сдавать единый государственный экзамен. Я хочу почувствовать на себе, какова эта процедура, хочу поддержать ее этим. Хочу, чтобы она не боялась, соответственно, не буду бояться я, не будет бояться она. Поэтому сегодня я здесь, и на первый взгляд я вижу, что в этой процедуре нет ничего страшного. Наши дети могут быть спокойны, родители, соответственно, также могут быть спокойны. Обстановка на пункте сдачи ЕГЭ была максимально приближена к реальной. Родителей на экзамен пропускали после предъявления паспорта и проверки металлоискателя. Проходите. Экзамен сдавали в сокращенном варианте. На выполнение работ отвели полчаса. Задачу ответить на все вопросы перед родителями не ставили. Важно было просто показать, что такое ЕГЭ. После окончания экзамена родителям объяснили, как проходит обработка экзаменационных материалов. Из вашей работы упаковываются в аудиторию. В штабе приходят в штаб, приносят данные материалы в штаб. Два организатора приходят в штаб, руководитель ко мне, и сдают эти материалы. Что делает руководитель? То есть сколько аудитории, столько будет и конвертов. То есть конверты запечатываются во время движения из аудитории в штаб, они несутся, проносятся в запечатанном виде. На это время уделяется определенное количество времени, то есть нигде задерживаться нельзя, все ведет время наблюдения и так далее. Руководитель пункта раскрывает конверт в штабе, все это тоже ведется под видеонаблюдением. Моя задача руководителя просто посмотреть, все ли организаторами сделано правильно ли поставлено там, где нужны галочки, где это делают организаторы в бланке, правильно там поставил подпись или не надо там подписи было ставить, и так далее. Внести изменения в экзаменационные листы невозможно. Сам экзамен, а потом и обработка проходит под постоянным контролем и видеонаблюдением. Если ребенок учился, то никаких трудностей со сдачей ЕГЭ у него не возникнет. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».